и спрячемся. Мороженое, ребята, мороженое. Ой-ой-ой, я промазал. Фу, отлично, ну это толстяк какой-то, да? Зомби-мороженое толстяк. Всем привет, ребятки, с вами Никита ТВ Геймс, и мы продолжаем проходить уровни в Зомби Кэтчес. Как вы помните, в прошлый раз мы остановились на 13 уровне, вернее его прошли, но у меня были проблемы небольшие с видео, и поэтому не записалось, как я прошел 14 уровень и 15. Ну, в принципе, вы ничего не пропустили, ребятки, потому что мы на предыдущем уровне просто докупили вот такую вот мороженицу. И все. Вот сюда мы можем ложить зомбачков, и они, видите, начинают у нас отжиматься. То есть мы производим такие вот какие-то мороженки, что-то такое фруктовое. Ну и еще у нас появились вот такие вот миссии. Смотрите, можно проходить испытание дня. То есть каждый день нам будет даваться какое-то испытание, и мы будем его выполнять и тоже получать какие-то болтики, шестереночки, которые нам в будущем помогут в прохождении игры. Ну что, ребятки, давайте теперь перейдем на следующий уровень. На 16, отлично. У нас 16 уровень, ребята, и мы теперь будем, смотрите, ловить нового зомбачка. Ух ты, и делать новый продукт. Итак, давайте. Нам надо прежде всего, наверное, купить. Вот, купить надо новую нашу какую-то зомбовыжималку. А что это такое? Ух ты, какой-то крем, ребятка, смотрите. Изи крем, да? Есть. Отлично. Так, так, так. Мороженки какие-то, тоже такие будем мороженки делать, ребята. Прикольно. И теперь нам надо споймать этого зомбачка. Я так понимаю. И тогда мы сможем перейти на новый уровень. А нет, нам надо будет продать каких-то пирожных еще. Так, а, вот надо вот таких вот пирожных продать, штук 40. И вот таких вот мороженок или кексиков. Но не суть, ребята. Давайте мы сейчас пойдем и словим нашего этого зомбика. А как он называется, этот зомбик? Так, вот он так и называется, ребята, зомби-мороженое. Прикольно. Видите, у нас было зомби-пирожное последнее, а сейчас у нас появился новый зомби-мороженое. Супер. Ну что, ребятки, мы по-любому его должны словить. Эй, зомби-мороженка, ты где? Так, видим змеюку. Давайте сначала убьем эту змеюку. Или змейка, или змея, или гадюка. Ой, смотрите, она меня оглушила. На, получай. И птичку сразу, летающую мышь, которая. Так, с какого зомби начнем? Давайте с этих двух. Так, ложим сюда мозги и смотрим, кто это у нас. Ой-ой-ой. Аккуратно, аккуратно. Ну, иди сюда, консервная банка. Есть, поймали. Так, теперь у нас здесь зомбачок сидит. Давайте сюда мозги положим. А, это лимон или лимонад? Лимонад, да, по-моему, зомби-лимонадик. Нет, нам такой не надо, нам надо... Нам надо тот зомби, который мороженки делает. Так, возьмем, наверное, сеть. Потому что я чувствую, сейчас зомбаки на выскакивают. Есть, ребята, вот он! Я споймал его! Ребята, я споймал его! Убегает, зомби убегает! Какой-то зомби непонятный, какой-то он больной или что с ним? Ай, нет, не достал его. Ладно, сетка его. Есть. Ух ты, этот зомби какой-то плутоник нес с собой вместе. Фу, повезло, что сетку выкинули в последний момент, ребята. И споймали, главное, мороженку. Ну что, давайте пойдем в кафеху. И положим его в зомби-выжималку. Так, нам надо сейчас сделать в первую очередь вот такие вот пироженки будет. Но у нас мы никого не споймали, жалко. Вот он есть. Ребята, мы поместили его сюда. Так. Что он тут делает? А, он будет 9 минут делать. Ладно, будем ждать, ребята, будем ждать. Кого мы еще можем поставить на отжим? Вот эти зомбики. Так, тут все отжимается. Сюда можем отгрузить, и все, и больше у нас никого нету. Так, что, надо идти дальше, значит, зомбичков ловить. Ну, давайте.
Будем искать дальше зомбиков. Итак, у нас обнаружились где-то зомбики. Что мы... Может, возьмем транквилизатор? Нет, давайте лучше сетим. Вот он вот реально более надежный. Ну что? Зомби, я иду. Мне надо мороженое. Давайте начнем, наверное, с этих. Так, тут никаких змеек не ползает хоть. Никто нам не помешает. Так, давайте мозги сюда поближе ко мне положим. И спрячемся. Мороженое, ребята, мороженое. Ой-ой-ой, я промазал. Фу, отлично, ну это толстяк какой-то, да? Зомби-мороженое толстяк. Все отлично, у нас по этим, по мороженому будет все отлично. Эти два зомби как раз отожмутся. Я же не могу сбить летающую эту мышь. Так, сейчас нам надо зомби-пирожные находить. Давайте сюда мозги зашпульнем. А нет, это какие-то эти лимонады. Лимонады нам не надо. Так, змея. Змея. Ну вообще какой-то трэш. Да что такое? На, змея, на, получай. Так, надеюсь, здесь будет пирожное. Нет, нету, ребята, пирожного нету. Эй, не достал. Я думал, у меня уже длинная веревка. Опять приходится гнаться за ними. Блин, надо, ребята, находить нам эти пирожные. Сейчас будет вся загвоздка у меня в том, чтобы перейти на следующий уровень. Это в этих зомби-пирожные. Пока я ни одного не нашел. А мне их надо штуки 4, по-моему, найти. Давайте посмотрим. Так. Это сюда поставим анжим. Вот видите, их надо здесь два. Два. И только 20 пирожных сделаем мы. А мне надо их 40, смотрите, сделать. То есть надо 4 зомби пирожных найти. А улучшить можем, да, даже и улучшить не можем. Ну что, идем дальше тогда искать зомби. Итак, зомби обнаружены. Ну что, давайте слоем это пирожное. Зомби-пирожное мне надо. Ух ты, тут сразу 4 сидит зомби. Это плохо. Давайте сначала по одному будем доставать. Это лимонад. О, шестеренка, отлично. А что такое? А что они повставали все? Как они мозги эти унюхали? Я ж вроде не ложил им. Ну ладно. Фу, повезло, чуть бы не спалились. Так. Есть, ребята, с помощью сетки сразу одним махом всех ловил. И там было зомби-пирожное. Не только одно, мне надо еще их несколько штучек найти. Ну что, пошли в кафешку тогда. Так, у нас тут кто-нибудь отжался. Вот, можем сюда одного уже положить. И тут у нас несколько зомби поджимались. Так, этот еще будет 5 минут где-то отжиматься. Но у нас загвоздка вот в этих зомбачках. В зомби-пироженках. Ну что, тогда идем, ребята, дальше. Ловим зомби-пирожное. Итак, у нас обнаружены новые зомби. Надеюсь, там будет зомби-пирожное. Сейчас я хочу сделать все усилие на нем. На этом виде зомби. Так, давайте посмотрим, кто здесь сразу сидит. Ай, нету их. Нету этих зомбариков. Ну что, давай тогда здесь кинем мозги, ребята. Да ёшкин ты, вот в этом, на этом уровне не было зомби-пирожных. Обидно. Очень обидно. Что же нам делать? Где же нам их найти? Ну пошлите-то дальше, наверное, охотиться будем на зомби. Продолжаем охоту, ребята. Так. Нам придется тратить плутоний. Мне так неинтересно, ребята. Так, давайте-то в кафешку перейдем. Что у нас здесь в кафешке? Загрузим наших зомбачков, пускай отжимаются. Ладно, ребята, тогда уже... На этом будет у нас все. В следующем видео я все-таки
дальше подожду время, буду лазить по этим болотам и найду этих зомби-пирожных еще оставшихся. Еще оставшихся три. Постараюсь поймать. И уже в следующем видео мы продолжим как раз, когда отожмутся эти зомби-мороженое и зомби-пирожное. И перейдем на следующий мой этап с вами, ребятки. Все, на этом, ребята, у нас все. Следующий у нас будет уровень 17. Пока-пока. С вами был Никита ТВ Геймс.